Всем привет! С вами сегодня информационный ресурс megaobzor.com, и мы поговорим о недорогой портативной батарее Riva Case Riva Power VA2008. Все вы знаете, что современные смартфоны очень далеко ушли в плане технологий. Они получают производительные процессоры, много оперативной памяти, продвинутую операционную систему и много-много-много всего. Вот только одна проблема остается. Батареи при активном использовании гаджета не хватает даже на сутки. Решать эту проблему мы будем вместе с данной батареей. Я расскажу обо всех ее особенностях, преимуществах и недостатках, и мы подведем итог. Много рассказать про упаковку батареи я не смогу, потому что она поставляется в простой прозрачной упаковке из пластика. Сзади имеется небольшое описание инструкции по использованию девайса, и в комплекте помимо самой батареи больше ничего нет. Если у вас уже возник вопрос, а где же кабели, то немножко позже я все подробно расскажу. Я повторюсь, что на тыльной стороне упаковки имеется инструкция по зарядке устройства и по проверке уровня заряда батареи. Это важный момент, так как там есть тоже определенные свои изюминки. Посмотреть список детальных характеристик устройства вы можете сейчас на экране, можете поставить на паузу и ознакомиться, но основная характеристика — это 8000 мАч. Портативная батарея выполнена из приятного белого пластика, пластик матовый. И на самом деле я немного переживал за то, что корпус придет в негодность очень быстро, все-таки белый материал обычно очень быстро портится. Но на самом деле я носил батарею в рюкзаке в течение 2 недель, и на ней не осталось ни одного следа. Поэтому белый пластик очень приятный на ощупь, и он не пачкается, это большой плюс. На лицевой панели все очень лаконично, здесь расположен только логотип компании и индикатор заряда. На левой и нижней грани никаких элементов декора или контроллеров у нас тоже нет. На правой грани расположен microUSB выход для того, чтобы вы могли заряжать саму батарею. И на верхней грани корпуса у нас расположена бежевая заглушка. На самом деле это не просто заглушка, это кабель. С одной стороны кабеля находится USB разъем, с другой стороны кабеля microUSB. Данный кабель вы можете полностью вынуть и получить доступ к USB разъемам и microUSB разъему. Также этот кабель вы можете использовать для подзарядки с самой батареи. Для этого вы подключаете microUSB в разъем на правой грани корпуса и USB втыкаете в блок зарядки, либо же вы можете заряжать смартфон, вы втыкаете USB в разъем и microUSB в свой смартфон. Я напоминаю, что данный пауэрбанк на 8000 мАч, этого с головой хватает на то, чтобы заряжать смартфон или планшет или еще какую-то мелкую электронику. Отдельно стоит отметить то, что здесь нет клавиши включения, и если вы просто подключаете кабель зарядки в пауэрбанк, то зарядка начинается автоматически. Это очень круто. Я тестировал батарею на своем iPhone 5s 1650 мАч батареи и Geotel Amigo 3000 мАч. Зарядить iPhone мне удалось полных 4 раза, зарядить Amigo удалось 2,5 раза. То есть характеристики батареи указаны честно. Громадным преимуществом батареи является ее стоимость. Вы получаете 8000 мАч за действительно смешную сумму. Плюс здесь очень привлекательный дизайн, и в комплекте идет многофункциональный кабель, что тоже приятно. Да, есть странные моменты. Для проверки заряда нужно постучать по корпусу батареи. Это немножко странно, и я такое вижу впервые, и сначала мне даже было страшно. Но потом привыкаешь, и все работает хорошо. Для полной зарядки батареи нужно всего 5 часов, это громадный плюс. И так как негативных моментов я здесь не отметил, а стоимость низкая и дизайн привлекательный, я могу данную батарею посоветовать абсолютно всем и каждому.